Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает фронтальная камера, то в 60% случаев проблема в самой фронтальной камере, и он меняется с верхним шлифом. Но также проблема может быть в разъеме на печатной плате, то есть сигнал не поступает от печатной платы к фронтальной камере, либо в обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.